Всем привет! Вы на канале Pocket Master, и сегодня я представляю топ-5 отличных игр, сделанных с помощью программы Pocket Code. Итак, поехали! На пятом месте у нас расположилась игра под названием Pixel Craft. Это красочная игра в пиксельном стиле. Она чем-то похожа на Майнкрафт, только выполнена в 2D стиле. Четвертое место у нас заняла игра Parachute Game. В ней вы играете за спасителя, который спасает парашютистов. А кто не смог спастись, той встречается с акулой. Предстоит ловить карбузы, которые падают сверху, но не все из них полезные. Вместе у нас расположилась игра Extreme Rush. В этой игре вы должны бежать и проходить через преграды. И вот мы наконец-то добрались до первого места. Первое место у нас заняла игра Sword Play. В ней мы управляем воином, который должен уничтожать зомби. Зомби мы можем убивать не только с помощью меча, но и с помощью магического огня. Игра очень прикольная. А если еще представить, что эта игра сделана в программе Pocket Code, то это просто шедевр. Игра реально интересна и затягивает. На этом, друзья, наш топ-5 отличных игр, сделанных в Pocket Code, заканчивается. Еще раз напоминаю, что этот топ составлялся исключительно с помощью авторского мнения.